Уральская усадьба представляет. Всем привет, дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал Уральская усадьба. Там вы узнаете много полезного и интересного про теплицы. Сегодня у нас 25 октября 2016 года. Была сделана теплица арочная, шириной 2 метра, длиной 11 метров. Каркас теплицы изготовлен из профильной трубы 20×20, полимерно-порошковая окраска. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. По торцам у нас расположены разрезные двери форточки. С другого торца также. И установлены две коньковые фрамуги. Вся конструкция стоит на брусе 100 на 150, пропитанной антисептиком. Установлены на бетонные столбики клиента. Стоимость данной конструкции с монтажом и доставкой составляет почти 48 тысяч рублей.